Добрый день, дорогие друзья! Подписывайтесь на канал «Психолог советует» на YouTube, Рутюб, я есть ВКонтакте, в Одноклассниках, в Телеграм. Постарайтесь подписаться на всех платформах по причине возможной блокировки как самой платформы, так и авторов каналов. Я вижу по аналитике своего канала, что мой канал смотрит 98% люди без подписки. Еще раз прошу вас, подпишитесь. Для вас это бесплатно и не несет для вас никакие риски и ни к чему не обязывает. А вот из-за количества подписчиков канал смогут смотреть больше людей. И, возможно, кому-то нужна моя помощь. И так человеку легче будет найти мой канал. А если вы подписались, то вам будут приходить уведомления о новых видео, вышедших на канале. Итак, тема сегодняшнего видео – прогноз на 2024 год для весов. Для вас 2024 год станет переходом из прошлого в будущее. Нельзя сказать, что переход будет простым и безболезненным, но у вас получится, и вы точно на правильном пути. В финансах 2024 год для вас очень сложный. Возможно, что вам придется брать долги или кредиты, но вам смогут помочь партнеры по бизнесу. Все будет сложно, но не критично. Возможно, получение кредита. Если вы не бизнесмен, то вы можете рассчитывать на помощь от родных и близких людей. Возможно, удачная продажа какой-то недвижимости. По здоровью весь год будет необходимо себя беречь, особенно хроническим больным или людям старшего возраста. В первой половине года будьте внимательны, вы можете набрать лишний вес. Это касается даже молодых людей вашего знака. По семье 2024 год принесет стройки, ремонты, покупки своего жилья, дома, квартиры. И кто-то может приобрести недвижимость в других местах или городах. Полезно этим заниматься в первой половине года, потому что вторая половина года будет очень сложна. Если у кого-то есть недвижимость в других странах, то вторая половина года может быть очень проблемной. В браке все спокойно, а вот во второй половине года могут возникнуть проблемы с родственниками, а также с детьми. Вы можете для решения возникших проблем потратить крупные суммы денег. По бизнесу первая половина года также более благополучна, чем вторая. Вы будете заняты расширением бизнеса, делами. Возможно, будете думать о приобретении земли или новых помещений для бизнеса. Самые продуктивные месяцы – март, апрель, май, июнь. Вторая половина года будет для вас беспокойной. Полное перемещение, поездок, встреч, не приносящих удовлетворения. И все договоры с коллегами из других городов или стран могут нарушиться. Ваши партнеры будут агрессивны и не выполнят условий договоров. Возможно, проверяющие органы не оставят вас в покое или судебное разбирательство будет не в вашу пользу. Ваши подчиненные могут вас огорчить, могут навредить вашему делу. Не поддавайтесь на интриги, не слушайте сплетни. Ваши проблемы будут вас беспокоить и в 2025 году. На этом я закончу данную тему видео. Спасибо всем, кто ставит лайки. Желаю всем физического и психологического здоровья. Подписывайтесь на канал «Психолог советует» на всех доступных для вас платформах. До новых встреч!